2 ноября продолжился цикл встреч студентов Казанского университета с известными общественными деятелями Республики Татарстан. В рамках мероприятия состоялась встреча студентов Института филологии и межкультурной коммуникации с руководителем Агентства инновационного развития Республики Татарстан Талией Минулиной. Темой обсуждения стала «Татарстан. Твоя территория успеха», где спикер рассказала о возможностях добиться высоких целей на родной территории. Ну, большой усидчивости и очень много терпения и где-то самопожертвований. Мне кажется, что, наверное, вот всех этих качеств, которые я только что перечислила, очень не хватает современной молодежи. На встрече студенты послушали истории Талии Минулиной о ее пути развития, о студенческой жизни, а также смогли задать интересующие их вопросы. Мероприятие проходило в деловом формате. Выпускница КФУ поделилась различными советами и колоссальным опытом, который студенты Казанского университета не смогли оставить без внимания. Первый раз на этом мероприятии, и оно нас очень замотивировало, и я считаю, это круто, что у нас есть такая возможность послушать интересного этого спикера, про его опыт, и это, возможно, поможет нам в нашем дальнейшем пути развития. Талия Минулина раскрыла и главный свой секрет – труд, терпение и знания. Вот где кроется ключ к успеху. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз.